И всем снова привет, меня зовут Риц, и мы продолжаем играть в Corpse Party. Финальную главу, глава 5. В прошлый раз мы закончили на, к сожалению, плохой концовке, даже неплохой, неправильной концовке, которая не является каноничной, если так можно сказать. Теперь нужен выбор, где же мне продолжить игру. Так, если мы пошли в прошлый раз сюда, мы встали на пиктограмму и поменялись местами. Блин. И, по-моему, там игра закончилась. Не знаю. Я не нажал рычаг, и на этом игра закончилась. Давайте попробуем еще по-быстрому. Так же сделать. И здесь игра у меня закончилась в тот раз. Пожалуйста, нет. Нет. Точно, в тот раз я вот именно так и сделал. Так что давайте попробуем вернуться сюда. О, господи. Что это? Коричневый конверт лежит на телах Хибики и Наха. Его определенно не было... Наха? Что? Здесь было слишком темно. Здесь слишком темно, нужно выйти из комнаты, чтобы посмотреть, что находится в нем. Нахуй умерла или что? Это же, там же был какой-то другой парень с камерой, она же не могла умереть. Серьезно? Или она тоже умерла? Это фотография? О, господи, что там? Нет. Не может быть. Что там такое? На фотографии четко видно Юку с проломленным черепом. Нет, только не это. О, господи, серьезно? Это нам позволило продолжить игру? Ну ладно, тело старшеклассника. Без бейджика даже. Ау, серьезно? Вот так просто? Вот так они просто... Я все-таки тот убил... Человек, которым управляет Сачика, блин. Серьезно. Я ж думал, что он... Или мы опять приходим к этой концовке, которая в прошлый раз была, может быть, что-то изменится. Вроде тут ничего нельзя было посмотреть. Тук-тук-тук, клик-клик-клик. Ничего нельзя нажать. Интересно, что-нибудь изменится здесь? Что происходит? Тук-тук-тук. А вот сейчас будет Кишинума. Сатоши, ты в порядке? Юка, наверняка ей было очень страшно, очень больно. Здесь я там ничего не пропустил, потому что... Вроде в прошлый раз мы тоже его нашли, и... После этого... А меня не было с ней. Она была совсем одна. В прошлый раз он просто убежал отсюда, побежал к ней, нашел Юку, и... Что-то закончилось очень страшное. Произошло. Сатоши, не вини себя. Ты ничего не виноват. Опять... Чёрт. Опять то же самое. Блин, ну, не надо. Блин, опять, что такое? Я не могу пройти на другую концовку. За что? Давайте пробуем заново, пробуем. Пробуем загрузиться и пораньше, и попробуем... Вроде это первое, второе крыло вестибюль.
Ну, я здесь так много прошел, может, не знаю. Только не это. Давайте пробуем просто заново начать главу. Всякий случай. А может здесь какой-то выбор мне? Ну-ка, здесь, если выбор еще другой, вы кричали. Я только что слышала, как вы кричали. Что-то случилось? Я кричал. Не помню, чтобы я издавал хоть какой-то звук. Поднимайся, если будешь продолжать здесь сидеть, свяжешься с страхом, мы никогда не... А, так вот, если мы с ним... Может, возможно, если мы с ним не заговорим, он с ума сойдет потом. О, мой животик. Серьезно? Я... Один выбор просто повлиял на всю главу? Тебе плохо, Юка-чан? Может, он тебя, типа, сдержит и не станет его сразу убивать? Интересно. Интересно. Значит, вот как выглядит человек, который терпит до предела. Какая жалость. Интересно, какое лицо у него будет, если я заставлю ее сделать это прямо здесь? Погодите, жалость? Я сказал, что мне ее жалко. Он даже повторяет за мной фразу. Что если я скажу тебе остаться жить со мной? Это вроде в пятой главе было, где мы от него начали убегать, и... Он нас поймал в конце концов. Вроде бы в пятой главе это было. Ну да, потому что в четвертой главе это же не могло этого быть точно. А? Что? О нет. О нет. Извините, я думаю, что пойду дальше одна. О чем ты говоришь, Юка-чан? Я твой старший брат. О боже. О боже. А ты моя младшая сестра. Мы никогда отсюда не сможем вернуться. Беги, беги, беги. Ну что, по второму кругу пойдем? Еще раз попробуем здесь как-то спастись, не знаю. Боже. Как вы? Кто ты? Пока я здесь так. Опять. Так, еще раз сохранимся. Ага, дверь закрыта, да? А ну уйди, сачка. Блин, что делать? Блин, ну вот началось. Догонялки. Беги, тихо. Но если я вернусь туда, я просто в тупик попаду, я не смогу оттуда уйти. Блин. Я не хочу просто слишком долго здесь оставаться, блин. Я смогу застрять надолго, если сам буду пытаться пройти, потому что...
Фиг поймешь еще куда идти тут. Это хороший уже. Ну, в кабинете делать... О, блин, догоняет. В кабинете делать явно нечего. Но здесь будет тупик. Может, если я успею? О! А ну? Где он? Где он, где он, где он? А ну, а ну, а ну! Иди сюда, иди сюда. Чуть не поймал, блин. Как тяжело с джойстиком управлять, как сложно. Бежим. Я спасся, я спасся. Я решил ту головоломку. Надеюсь. Наверное. Возможно. Пожалуйста, пожалуйста, я должен, я правильно ведь иду. Теперь главное не перепутать лестницы. Бежим, 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 бежим. Ай, он там уже близко, наверх. Черт, пожалуйста, хоть бы это не коник. О, все, конец. Какого черта? Беги, 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 фух, беги. Не дамся. Заходи. Бежим, бежим, бежим. Извините, не поможем, парень. Уходим, уходим отсюда, уходим. Ха-ха-ха-ха-ха, давай, отстань от меня, я убегаю отсюда. До свидания. Бежим, 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 бежим. Еще нет, ничего нет. О, господи, ты еще. Он говорит, вроде, сюда. Блин, верить и не верить? Конец. Сейчас помру. Она вроде сказала сюда, сюда. Я знаю японский. Беги, беги, беги. Беги, кролик, беги. О! Уа! Хорош. Доверились ей. А почему в прошлый раз она нас убила, если... Ого, опять ты. В тот раз он умер почему-то, но мы нашли только видео, то, что он умер, но... Непонятно, почему он умер. Зачем ты... Почему... Что... Кто нас тогда убил, если... И сейчас она решила нам помочь. Или это опять флешбэк, который мы видели? А, подожди, мы это вроде видели. А, ну так это мы видели. Ну точно это видели. Да, будет на мой знакомый. Не смотри на меня, да. Ужас. Блин, это озвучка, конечно, просто у меня аж мурашки пошли на самом деле. Реалистично. Стоп, только не говори, что это плохая концовка. А, опять, фу. Это да, это было вступление такое. Типа, это, наверное, то же самое. А, блин, прям все с самого начала проходим. Ничего себе. Теперь у нас есть выбор здесь? Да, вернемся. У нас нет другого выбора. Выхода, нужно вернуться. У меня мало настоящих друзей, и мне не очень хочется их терять. Что? Что ты там бормочешь? Блин, я надеюсь, что я не пропустил много ничего. Нет, ничего особенного. Это вроде после того, как она уже увидела видение, потому что на том вроде закончилась четвертая глава. Ух ты, все изменилось теперь. Интересно.
Я надеялся, что смогу увидеть Микки еще хоть раз. Придется отложить это дело. Кто такая Микки? Непонятно. Вот. Наконец-то начинается настоящая игра. Мне действительно очень жаль. Но я желаю вам удачи. И теперь она не сойдет с ума и не убьет Наоми и все такое. Я хочу дать вам одну вещь, которая пригодится группе Сатоши Сана. Пожалуйста, передайте это от меня. Часть куклы, что ли? Мраморную стоит что-то. Но разве ты сама не можешь ему отдать? Не могу. Потому что школа начинает меняться. У меня нет возможности подойти к ним. Существует еще одна красная статуэтка. Постарайся найти ее тоже. Окей. Понятно. Так, вернули нам языки. Трое из нас уже готовы освободиться от такой школы. Ну, из-за этого внезапного действия баланс западных пространств начал разрушаться. Пожалуйста, будьте осторожны. Помните, для того, чтобы Сачика раскаялась, вы должны достучаться до самой глубины ее сердца. Вам нужно очистить ее душу от злобы. Окей. Мы справимся. Мы разом очень скоро снова изменится. Поэтому при нашей следующей встрече убегайте. Она исчезла. В общем, давай сейчас сосредоточимся на поиске Сатоши, Юи Сенсей и остальных. Где же Юи Сенсей? После того, как она ушла от нас, мы встретились с Сумото и Юморишиги. Мы обыскали все здание. Ты уверена, что она еще здесь? Насчет этого... Помнишь замкнутые пространства? Нам у них рассказывал первый призрак, которого мы встретили здесь. Тот, кого мы не можем встретить, вероятно, находится в другой версии этой школы. И поэтому мы не сталкивались с ним до сих пор. Ты что, не вникал, когда нам объясняли? Подожди. Если это так, то как же мы расскажем, кто на самом деле убийца? Мы ведь даже найти их не сможем. Да, они, кстати, прямо по коридору там чисто случайно оказались. Я в прошлый раз думал, что когда Юка убегала, я и меня поймал тот парень... Я думаю, что это скриптовано, на самом деле я просто... Он как-то так быстро... Я так много времени там провел, то, что он успел добежать до меня. Интересно, конечно. Юки-чан только что об этом говорила. Она же сказала, что замкнутые миры начали рушиться. Насколько я поняла, это означает, что связи между мирами начали соединяться. Так что давай попробуем их поискать еще раз. Сенсей всех наших друзей. Хорошо, я все понял. Точно все понял? Не говорю же, что понял, только вот... Из невинных людей сюда заманивают не эти дети-призраки, то мне интересно спросить тебя, знаешь ли ты, кто за этим всем стоит? Ответ не поступило, но я думаю... Это не очень тяжело догадаться. Окей. Это будет мелодия нашей победы. Она, конечно, музыка мне нравится. О-о-о. Может быть, я смогу спрятать их здесь? Что? Где ты находишься? Ой, чувствую, как воздух обдувает меня. Но я не могу ходить с мокрым и грязным бельем. Окей. Окей, Юка. Снова землетрясение, из-за которого ранее выпали в это место. Надеюсь, школа не разрушится. Как она оказалась в туалете, где Сейка повесилась? Как она здесь оказалась? Братик. А, стоп, она же прибежала, да, получается. Почему он за ней не побежал просто? Как он ее не нашел? Кизами его вроде зовут, да?
Опять ты, блин, за нами нас преследуешь. Эй, ты заметил, что школа изменилась? Ну, блин, да, да, она даже цвет сменила, по-моему. Это не та школа, в которой мы были раньше? Это же совершенно новое здание. Стало еще темнее, холоднее. Я постоянно ощущаю чьё-то присутствие. Это еще хуже, чем что-то там. Нужно поторопиться и найти наших друзей, чтобы как можно скорее убраться отсюда. Но мы уже близко к разгадке. Хотя, наверное, это самая длинная глава вообще. Да. Вроде бы сюда надо идти, правильно, и мы найдем там... Или... Нет, так получается, с другой стороны надо по лестнице пройтись. Следующий этаж. Окей. Интересно. Чьи-то останки, мы уже их, видимо, обследовали. Опа. Эй, Шинозаки, у тебя... Что? У тебя какая-то рана? Много крови на твоей... У тебя на заднице, что ли? А, что они... Ты поцарапалась в сломанную доску, выглядит... Это ж... Заткнись уже, блин, отвернись. Я не могу просто, я не понимаю. Боже, у этого парня совсем отсутствует чувство деликатности, как противно. И что мне теперь делать с этим? Естественно, переодеться не смогу, ибо у меня нет своей сменной одежды. Не хочется в таком виде показываться Мочидзи-куну и остальным. Я вижу, что лежит. Блин. Я не могу так. Вау. Конечно, из всех... Именно сейчас надо было вставить вот этот момент. А? Там что-то лежит? Это же билет ученика Академии Кисараги. Это Наоми, наверное. Кто-то из наших должен быть поблизости. Интересно, чей он? А, это билет Накашима-сан. Даже остался кусочек бумажной куклы Сачика-сан. Тун-тун-тун-тун, окей. Шинозаки, ты что-то так долго? Ты нашла чей-то ученический билет? Он принадлежит Накашима-сан, она где-то здесь? Накашима-сан, если слышишь, ответь, пожалуйста. Блин, я теперь даже сам это пятно вижу красное, господи. Накашима! Никто не откликается? Ну блин, они... Нужно осмотреться, она должна быть где-то здесь. Они будут через коридор там, по коридору дальше идти. Братик. Ай, горячо. Опа. Юка, зачем ты укусила меня за плечо? Это опять флешбэк. Блин, это боку на пик какой-то начинается. Прекрати дуть на меня. Хороший у меня смех. Вау, окей. Братик, пора ужинать. А, уже пора. Понятно, я сейчас спущусь. Спасибо. Могла просто сказать мне без подобных выходок, наверное. Нет. Он как зверек какой-то маленький, серьезно. Мама, братик сейчас придет. Ярый. Они даже не перевели.
Не перевели даже. Яра-яра, ну. Яра-яра, это, конечно, легендарная фраза. Стой, там компьютер стоит. Там опять не закрыл дверь своей комнаты. А там трупы. Юка. Это был всего лишь сон. Ай-яй-яй-яй. Моя голова раскалывается. Ничего не вижу, что же произошло. Я помню, что началось сильное землетрясение. Что это? В моих руках что-то. Опять мясо? А. Мясо, да. Ой, да опять мы знаем. Блин, неужели Наха тоже умерла, оказывается? А? О! Что? Найс баг. Интересно. Здесь это не призрак какой-то? Это ведь... Сатоши... Это Сатоши Накашима? Да, похоже, замкнутый пространство действительно начали разрушаться. Идем. Сатоши Накашима. Йошики, Шинозаки, слава богу, в порядке. Староста, я знал, что мы сможем встретиться. Я тоже. Даже не знаю, что, если, что было, если бы мы разминулись. Как ее просто поведение изменилось от того, что с ней Сатоши пошел. Ой, Кишинума пошел, Йошики. Йошики. Хе-хе, жаль, что мы его соединились раньше. Да, это очень жаль. О нет, Сузумото-сан. Ишинохара. Даже не верится. Да, потеряли мы, конечно, людей. Черт, она ведь совсем недавно была с нами. Веселилась и улыбалась. Почему? Почему? Почему это произошло с ними? Вот у меня такое чувство, что... Один человек, еще кто-то из этой группы точно умрет. Я вот не знаю, кто. Мне почему-то кажется, я не знаю. Четверо человек как-то не очень так... Кажется, что четное число такое. Я вот действительно готов поставить, что кто-то реально, что тут действительно один из них кто-то умрет. Остальные выживут как-то. Я не знаю, как умрет, но я вот не... Предполагаю так. Возможно, кто-то действительно умрет. Но... В любом случае. Потому что как-то все слишком хорошо. Возможно, учитель умрет, не знаю. Возможно, учитель уже умер. Мы не знаем этого. Ну просто вот так вся голова будет со всеми живыми, я сомневаюсь, что кто-то, кто-то не умрет в этой голове. По выбору или без выбора, это тоже я вот не знаю, но... Как минимум возможность убить кого-то, мне кажется, точно будет. В любом случае. Давайте удостоверимся, что больше никого не потеряли. Считайте заданием от вашей старосты. Шинозаки, блин. Сегодня читать могу все хуже, чем обычно, блин, не знаю. Нужно тише Шидо-сенсей, Маришиги Куны и Кучана, вот Маришиги еще, блин, но он... Непонятно, он умер в этой временной линии или нет. Мы все вместе убраться из этого места? Да, конечно. Помните, что убийца Сачика, если встретите ее, будьте осторожны. На основании рассказанного Наха-сан и Юки-чан. Если мы сможем заставить Сачика раскаяться за свои поступки, то души жертв будут успокоены. Они школу потеряют свою силу и исчезнет, то мы сможем вернуться домой. Ну, так. Сачика одета в красном платье. Как же мы добьемся ее раскаяния? Действительно. А что насчет вас? Что, тоже что-то узнали? Немного, к сожалению. Мы посмотрели кассету, в которой репортер рассказывает о возвращении домой.
Но запись оборвалась, прежде чем рассказал. Он говорил, что у них есть чистая кассета, так что, наверное, продолжение записи где-то есть. Ищите кассету с названием «Исследование Кибики». Кибики-сенсея? Да. Если мы выясним способ вернуться домой, о котором он хотел рассказать, нам не придется связываться с призраками. Я думаю, что это намного проще, чем успокаивать духов. Таким способом мы совсем ничего не исправим. Я полагаю, Нахасана хочет уничтожить проклятие, чтобы больше не попадался в эту ловушку. Если мы не мешаемся спасать только свои жизни, так как ты говоришь. Ты неизвестно, сколько еще невинных людей будет убитым в этом ужасном месте. Опять она разозлилась. После этого снова встретимся вместе. Я тоже хочу кое-что тебе передать. Не знаю, что это такое, но призрак девочки, с которым мы дружились, сказал отдать тебе. Вот он передает ему что-то через этот обрыв. А перепрыгнуть они через него не могут. Хотя ему просто протянуть руку и на этот обрыв на вытянутой руке, на расстоянии вытянутой руке. И он не может переступить даже через него. Ну окей, идем. Староста, будь осторожнее. Насчет передаст или нет? Не слишком снижайся, смотрящий дукон. О, нет, все-таки я думал, что это просто... Ну, ладно. А? Все-таки я до сих пор ее недолюблю. Эй, Шинозаки. Эй. Что тебе? Что-то опять нахмурилась. Я забыла вернуть Накашиме-сан ее билет и кусочек около Сачика-сан. Можем передать его при следующей встрече. Не думаю, что ты сейчас это очень важно. Из-за помутнения рассудка я грубо разговаривал со своей одноклассницей. Мне нельзя так поступать, я ведь староста. Но только здесь, только не здесь. В этом месте ты всего лишь Аюми Шинозаки, которая старалась быть честной. В этом месте я бы также отреагировал, ну, видимо, у вас пара. Вам двоим суждено быть вместе. Пока мой призрак Аюми там стоит, ничего. Обычная беседа, наверное. Честно говоря, мы полегчало твоих слов. Спасибо. Не за что. На самом деле, я все еще не представляю, как мы сможем вызвать у Сачика-сан раскаяние. А зачем вообще раскаиваться, если она... У нее какая-то определенная цель, и она просто игнорировать нас будет. Давай сейчас сконцентрируемся на поисках Юи-сенсея, а потом... Даже если придется воспользоваться выходом к Кибики-сенсея, мы все вместе вернемся домой. Ну, Юи-сенсея я знаю, где она, если она появится так же, как в тот прошлый раз. В комнате с этим, с пиктограммой. Согласен. Да. Так. Дун-дун-дун. Теперь мне нужно, мне не важно кого выбирать, можно за обе группы проходить. Исследование прошлого проклятого школьного здания, часть 3. Дорогие читатели, то, что я сейчас вам расскажу, может показаться очень странным. Я стою на пороге нового открытия в оккультизме. Ничего подобного раньше не было. Мне даже трудно описать ощущения, которые я испытываю, находясь здесь. Сегодня необычный доклад, потому что я прямо сейчас нахожусь в здании проклятой начальной школы Тензин. И все благодаря исследованиям моей помощницы Сайноки Нахакун. Наверное, вы даже узнаете ее имя. У нее есть способность общаться с духами умерших. И удалось разработать способ, по которому можем попасть в этот мир. Вместе с моим верным видеооператором Тагучи Куном мы используем этот метод, чтобы увидеть проклятую школу своими глазами. Окей. И вот теперь нахожусь в здании, которого уже не существует.
Дополнение к этой статье, это Гучкун и я будем снимать видеоматериалы, что мы увидим в коридорах этого ветхого здания. Какие тайны мы откроем? Сможем ли мы узнать правду о том, что здесь произошло? Это может показаться странным, но, несмотря на устрашающее окружение, мне не терпится узнать, что нас ждет впереди. Я искренне надеюсь, что вы с Рэфи там будете ждать моей следующей статьи. На время нужно отложить ручку. Нам предстоит много изучить. Я должен собрать доказательства с этой удивительной экскурсии. Скоро меня будут считать живым свидетелем смерти. Наставник Нахасан, оккультный писатель и исследователь паранормального Кибики Сенсей. Он тоже должен быть где-то здесь. Конечно, я совсем его не знаю, но такое ощущение, что он использует Нахасан. Блин. Очевидно, что он попал сюда для собственной выгоды, глупой выгоды. Вполне вероятно, что его уже нет в живых. Я тоже, кстати, его тоже замечал. Ну. Хотя в смысле замечал, это, по-моему, прямым текстом говорили то, что он именно ради этого пришел. Ну, не прямым текстом, наверное. На видеокассете, которую он снимал, или что-то там такое было. Где он говорил, что он сможет прославиться и все такое. Даже не думал, что призрак девушки с заколкой звездой была у его ученицей. Исходя из записи, Кибики прибыл в эту школу по собственному желанию. Кажется, Нахасан поступила так же, последовав вслед за ним. Не, умерла, к сожалению. Призраки, которых мы впервые встретили, сказали, что в ловушку школы попадают из-за проклятия убитых здесь детей. На Юки-чан. Она говорила, что невиновна в случившемся. Поэтому остается лишь одно из возможных объяснений. Мы здесь потому, что неправильно использовали ритуал Сачика-сан. Мы разозлили дух Сачика и теперь вынуждены проходить через все эти ужасы. Нужно было внимательно прочитать запись Нахасан про ритуал. Это произошло по моей вине. Шинозаки. Я просто... Просто хотел, чтобы мы навсегда остались друзьями. Угу. Ты просто хотела ритуал провести, потому что тебе это нравилось. Откуда я могла знать, что произойдет что-то ужасное, если мы ошибемся? Почему обычно в заклинании дружбы имеется такой риск? Я не могла даже себе этого представить. Не вини себя, Шинозаки. Никто не мог знать, что итог будет таким. Ребята, простите меня. Сузумото-сан. Шинохара-сан. Ну, фактически, конечно, ты виновата в этом, но... Технически, точнее. Это я во всем виновата. Ну все, хватит. Шинозаки. Это что такое? После Юки мы обошли все здание, а позже мы заметили, что путь ведущего со второго крыла снова появился. Это уже... Хорошо, нечего бояться, ты прав. Блин, я даже не наступил на пикторам, игра обманула меня. Просто... Нельзя верить игре, она меня обманула. Ну что ж. Так как мы вышли на верный путь, я так предполагаю, мы можем закончить здесь, на этот раз, на эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и оставляйте ваши комментарии. Как обычно. И всем до скорой встречи, всем пока.